Всем привет! Сегодня мы рассмотрим стандартную комплектацию интерального сканера Medit L500. В апреле этого года компания Articon представила данный сканер в России. Он демонстрирует высокую точность сканирования, сопоставимую со сканерами других производителей. Важным считаю отметить то, что данный сканер выдает открытый формат файла. Это STL или OBJ. И вы не привязаны к определенному моделировочному программному обеспечению. Итак, данный сканер доступен в этой комплектации для приобретения в компании Articon. Все элементы размещены плотно в темном параллеле. User Guide. Инструкция на английском языке. USB флешка с программным обеспечением. Силиконовый защитный наконечник. Платформа для горизонтального размещения сканера, а также фиксатор для вертикального размещения сканера и крепежные элементы к нему. Калибровочная платформа. Выглядит вот таким вот образом. Две дополнительных сканировочных насадки. Кабель для соединения сканера с компьютером. Обязательно интерфейс USB 3.0. Элементы питания сканера. И непосредственно сканер Medit i500 с еще одной сканировочной насадкой. Сейчас компания Articon проводит тест-драйв, в рамках которого вы сможете применить данный сканер в вашей клинике. Все подробности в описании к этому видео. В апреле этого года компания Articon представила данный сканер в России. И вот тут я опять забыл.